всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Каркуша, Енотка. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Все написали в комментариях, что мы попытались пройти шестую ночь, потому что эту карту обновили, и мы запустили не первую версию, а вторую. Надеюсь, она будет намного интереснее. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем Night 6. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, мы записываем очень крутые режимы для вас, чтобы вам было весело, интересно и поднять настроение. И даже сейчас вы сидите, наверное, и улыбаетесь. Это что было? Шестая ночь. Шестая ночь. Шестая ночь. Нажимаем кнопку здесь. Так, ребята, давайте внимательно, без шуток, потому что хочется пройти. Если мы не пройдем, то мы будем лохами, да? Блин, надеюсь, мы не будем лохами. Так не хочется. Челлендж, не будь лохом. Ой-ой-ой, здесь аниматроник. Где? Блин, калитка убитейшн. Это, знаете, это производственная травма. Так, сюда. Продолжаем. Надеюсь, все получится у нас будет. Кто ж открыл калитку-то? Да я думал то, что там никого нет. Вот я же сказал, что сейчас пойдут люди, которые профессионалы со мной играют. Давайте я буду сам к двери закрывать и открывать. Вы, наверное, будете просто смотреть, как это делается. Эй, дай пройти ночь. Все, ребята, давайте я буду нажимать кнопки, потому что я вижу, вы очень опытные. Профессионалы точно. Так как и я. Потому что мы тоже, я тоже буду открывать двери и подкосячиваю. И напишите в комментариях, бывают вообще такие, косячите или нет? Такая тишина, все слушают. Что же будет дальше? Что, получается, час ночи, и мы тащим. Да-да-да, она садится. Но никто не идет, но и время стоит, час ночи. Давайте откроем двери. Давайте. Давайте закроем двери. Тебе голову отрубало. Прикольно, мне понравилось. Там Боня стоит, никто двери не открывает. Я все контролирую. Не открывай. Он стоит, я вижу его руку. Он тупо смотрит. Я на камеру. Да-да-да, смотри. Класс. Оп, а у нас закрытая дверь. Давай, уходи. Нам тут с тобой неинтересно. Давай здесь посмотрим. Сыкотно, да, немножко? Шестая ночь такая, агрессивная очень. Два часа ночи, кто-то пришел. Опять Бонька, то он стоит, или здесь, с этой стороны? Стоит, 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 не открывай. Не надо, я боюсь, все ушла, можно открывать. Ой, дверь. Закрывайся, я боюсь. Так, давайте здесь посмотрим. Стоит до сих пор. Он отошел. Он уже не рядом здесь стоит. Здесь около централки, где они, это, ну, стоят. Ой. Знаешь что, следи за Фокси, его на руку поднимет. Он побежал! Побежу. Как я и сказал. Ребята, смотрим, Фокси бежит. Я думаю, он будет стучать, типа, знаете, как два раза он стучит. Бум-бум. Нет, такого нету. Каждый раз обновляет этот режим, он все круче и круче становится. Обрати внимание, с левой стороны стоит Бонька. Он в любой момент может напасть. Ты очень будь внимательнее, открываем эту калитку. Никого нету, все четко. Боня дает гитару. Пацаны, идите гитару возьмите. Иди. Здесь подходи, есть. Подходи, не бойся, ничего не будет. Тута. Никого. Тута. Никого. Ребята, мы тащим, 2 часа ночи. Мы ни разу не слились, да? Я вырежу, где мы слились, будет крутой ролик. Шучу. Все влажим как есть, потому что очень сложная шестая ночь. Может быть, если одному играть, можно затащить. Не, вдвоем профессионала точно можно затащить. Но есть еще подвох. Где-то в 3-4 часа приходит Golden Freddy и начинает всех мочить. Ого. Ай. Давай, не надо вот без этих всяких прикольчиков. Открываем калитку, садится батарея. Там фиолет. Где? Там, где... Где у них сцена стоит? Там какой-то... У него ноги почему-то фиолетовые. А ну включите на Фокси. На Фокси переключайте. Посмотрим, что там у них происходит. Когда он руку поднимет... Не, я лучше закрою. Пока мы его не видим, будет закрыта дверь. Он очень опасный. Давайте я включу. Отходите, профессионал включит.
Эй! Вот, все, смотрим. Открываем двери и ждем. Ждем, ждем, ждем. Все четко. Так, так, так. Камера, не уходи из Фокси. Надо закрыть, пока его не видно. Ого. А раньше вроде камера не крутилась так. Было статично, просто показывала. Закрой двери. Хорошо, что я контролирую все. Мы бы уже слились бы. Сразу видно, играет профессиональный игрок по ФНАФу. Ну, наполовину. Эй, камера, поворачивайся назад. Шкатулка. Так, стоит. Какой-то Феликс. Бонька стоит. Открываем пока двери. Все отлично. Он стоит, руку не поднимает. Внимательно смотрите за его глазами. Прикольно камеру запилили. Вот прям не было такого же. Точно не было. Просто было статично, издалека было видно Фокси. И все. Молодцы. Что улучшает постоянно все. Допиливают. Пока не видно Воньку, мы закроем. Ой, Фокси не видно. Все стоят. Знаете, они как перерывами. Стоят, 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 резко. Бах, и нападают. Да. Странные люди очень. Пацаны, батареи мало. Вы обратили внимание? Открываем. Блин, мы сейчас проиграем. Нет, все нормально, не проиграем. Стоит, стоит. Смотрим на Фокси. А, вот эта камера, которая не крутится сдалека. Все, я понял, значит их несколько. Вон та, которая крутится, камера. Все стоят и не нападают. Почему? 4 часа. Нападайте. Убивайте. Уничтожайте. Мне показалось, что у фиолетового человека была нарисована шишка, а то шляпа. Ну, кто? Ты? Ты? Они? Пойду прогуляюсь, все равно делать нефиг. Никого нету. Че, я думал, мы затащили 4 часа. Ого, их сколько, посмотрите. Ух ты! Ого, это было очень больно. Открываем все двери, открываем. А мы там сейчас... Бонни стоит около... Нет, он так не убивает. Он убивает, когда стоит прямо возле двери. Или возле окна. 5 часов, нам еще 1 час. Ребята, 1 час. И мы затащим. Нет, двери закрывать только по нужде. Когда прям жопа при жопа. Ну-ка, ну-ка, мы давай затащим. Мы должны. Конечно, что мы слились. 6-ю ночь вообще нереально пройти. Но как не будет, мы проверим, проведем стрим, где мы постараемся пройти. Так что... Я уже, ребята, переехал в свою студию, и будут теперь у нас стримы выходить, и очень много роликов. Кто? Кто, кто, кто? Вот. Чика. Закрывай. 5 часов. Ушла. Мы должны затащить. Никого. Та шла в жопу. Никого. Ой, it's me, напи... Ага. Да. Это я, он говорит. Ушла? Ушла. Открываем. Ну давай, еще чуть-чуточку, пожалуйста. Темнее экран уже, ну. Ой, енотка слилась. А бывает в жизни огорчение. 6 часов. Мы прошли. И проиграли всего 4 раза. Давайте проверим, будет 7-я ночь или нет. О, 7-я ночь? Ребята, есть, я так думал, надо ждать, ждать до последнего. Мы целый час ждали, просто вырезал. Ладно, минуту подождали, 7-я ночь пошла. Заходи, 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 будем дальше играть. Надо пройти 7-ю ночь. Все, 12 часов ночи, время пошло. Пацаны, давайте, вся надежда на вас и девчонки. Чуть никого, 7-я ночь и никого. Я думал, с первых минут начнется лупашенье, убийство, кишки из жопы. Ничего нету. Странно. Пойду выйду, погуляю. Все равно никого нету. О, стоит. О, стоит, идут, надо валить. Кто и Фредди стоит. Приближаются, значит началась атака на нас. Ждем. Эй, дай пройти, тут какие-то баги.
Никого. Шестая ночь жестче, что ли, была в начале? Да. Эй, быстро иди к нам. Тут? О, одно чудо тут стоит. Ты что, кофе сделать? На. Попей. Она вообще прозрачная. Так, как это седьмая ночь очень легкая. Ух ты! Все. Вот и прошли. А я живой. Аня, все-таки меня оставили напоследок. И хитро того, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.